Чествуем тех людей, которые признаны нашим государством, тех людей, которые совершали подвиги. И вот я многих знаю здесь лично, и действительно это люди, которые очень достойные, и подвиг в своей жизни они совершали несколько раз, да, вот Владимир Сергеевич и трудовой, и боевой подвиг, поэтому всегда у нас есть хорошая поговорка, да, в России, что всегда есть в жизни каждого человека место подвига. Очень важно, чтобы просто мы всегда показывали тех людей, которые этот подвиг совершили и были отмечены государством. Действительно, тульский характер, он формируется непросто. И вот люди, которые сегодня находятся в этом зале, это люди, которые прославляют нашу тульскую землю. Люди, которые совершали всю свою жизнь подвиги. Тульская земля славна многими нашими уважаемыми людьми. Конечно, я не могу не вспомнить и Всеволода Руднева, легендарного командира нашего крейсера «Варяг», и дважды героев Советского Союза Бориса Сафонова, Ивана Воробьева, Михаила Фомичева и многих других людей, которые своей жизнью, да, в общем, вся жизнь была посвящена подвигам. Мы горды тем, что 275 героев Советского Союза и 33 полных кавалера Ордена Славы – это те люди, уроженцы Тульской земли, Тульской области, которые были удостоены высших государственных наград. Вас поздравляю с этим днем, с этим праздником. Хотел бы, конечно, вас попросить в меру своих сил и возможностей чаще встречаться с молодежью, встречаться с ребятами, рассказывать им о своей жизни, о своем жизненном пути. Еще раз вас всех с праздником. И хочу пожелать вам самого главного. Это здоровье, здоровье, еще раз здоровье. Поздравляю вас. Спасибо. Медаль номер 2. Да, да. О, это же почетное, действительно. Да нет, что вы, разве? Спасибо.